Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как это надо отомстить человеку, который тебя проклял? Одна девушка пожелала смерти моим близким. Через год у меня умерла бабушка. Я вне себя от ярости, ненависти и злости. Как было так, чтобы она чувствовала себя виноватой? А главное, как усмирить свой гнев? Вопрос интересен именно с психологической точки зрения. Ну, пожалуй, если мы говорим о именно психологической точке зрения, то никакого проклятия не существует. Проклятие существует для тех людей, которые в них верят. То есть это происходит как бы, ну, самопрограммирование. Вот. Человек получает что-то вроде проклятия, верит в него, и, соответственно, на него это влияет, и он ведет себя так, как будто это проклятие имеет над ним силу. То есть, по сути, происходит самопрограммирование. Это что касается вас. Я не думаю, что ваша бабушка умерла от пожелания этой девушки. Потому что люди не обладают такой силой. Объективно. Люди не обладают такой силой. Но вы почему-то в это верите. И я думаю, что вы в это верите не просто так. Чаще всего, такая вера связана с тем, что вы бежите от личной ответственности. Понимаете? Или у вас не просят какие-то чувства, у вас не прожиты какие-то эмоции, например, эмоции обиды на, ну, на ту же девушку, например. Вот. То есть вы злитесь, и как бы злясь, вы стараетесь найти, дать выход. Вот. Вы стараетесь дать выход этой злости. Вот. Понимаете, какая штука. И вот этот выход злости, он и как бы, ну, появляется в этой цепочке у вас, вот, что вы нашли кого винить в смерти бабушки. На самом деле, с точки зрения психологии, люди часто кого-то винят в смерти близких, вот. Потому что им в этом смысле кажется, что смерть близкого человека – это не справедливо. И это, в принципе, ну, действительно так, что смерть близкого человека несправедлива, она необъяснима, она невозможна, она ужасна во всех отношениях. Это все правда. Вот. Но важный момент здесь заключается в том, что пока вы хотите отомстить этой девушке, вот, вы не оплакиваете, к сожалению, свою бабочку. Вот. У вас нет ресурса для того, чтобы ее оплакивать. Понимаете?
И в этом, наверное, ну, скажем так, ну, большая беда. Вот. В этом большая беда. Что у вас получается нет возможности оплакать. Ну, оплакать бабочку пока что. Вот. Понимаете? В чём штука. Вот. И вот это тяжелее всего. Я имею в виду, это тяжелее всего. Это тяжелее всего для вас, что вы на это тратите свои силы сейчас, а не на то, чтобы вот на самом деле оплакивать человека, который ушел. То есть, по сути, вы продолжаете там, условно говоря, бороться с ситуацией, бороться с тем, что произошло. Ну вот. Как бы ищете виноватых. Вы. А их нет. Виноватых, в смысле, нет. Понимаете? Какая история. Но вы продолжаете их искать, потому что это объект под ответственности, потому что если вы как бы, ну вот, что-то вроде того признаете, да, если вы признаете, что что никто не виноват, да? Вот. То вам будет больно. А так вы от боли своей бежите. Вот. А как бы без боли невозможно прожить потерю. Вот. Понимаете? Поэтому это вот просто сейчас это выглядит как, ну, просто ваша, так скажем, попытка, да, уйти от реальности, убежать от реальности. Вот. И все, потому что вам страшно, вам больно. Вот. С болью сталкиваться тяжело. С болью сталкиваться трудно. Всегда. Вот. Это не только вам, это не только ваше. Вот. Как бы история. Вот. Поэтому, возможно, вам нужна помощь для того, чтобы
просто развернуться к к той боли, которую вы чувствуете, к боли потери близкого человека, и признать, что его просто нет, то никто в этом не виноват, никто не должен расплачиваться. Что вы получите, если девушка почувствует себя виноватой? Что это изменит? Ваша бабушка не вернется. Проклятие не снимется, потому что человек не может по желанию проклятия сняться. Нравится вам это или нет, но не может. Вот. Поэтому ничего не изменится. А бабочку вы продолжите оплакивать. Понимаете? Только оплакивать не прямо. Понимаете? Не прямо. А вот так, как вы это делаете сейчас. Поэтому я понимаю ваше горе. Но также понимаю то, что слова, именно слова, девушка, вас задели. Вас задели ее слова. Вам было больно от ее слов. Вот. Кстати, а почему она пожелала смерти-то вашим близким? То есть, ну, что такое произошло, что она вот решила это сделать? Не на ровном же месте она это сделала, правильно, скорее всего. Ну, вероятно, что был какой-то конфликт. Вот. Между вами. Что это за конфликт? Давайте, давайте посмотрим. Давайте разберемся в этом конфликте. Никто вас не будет обвинять и так далее. Но и вам себя нужно простить тоже. Ведь вы себя вините за смерть бабушки. Вы себя вините. Вам нужно помочь себя простить. Через боль, вот, через переживания, через слезы. Вам нужно помочь себя простить. Вы бабушка-то оплакивала, вы плакали по ней? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.